Йоу! Здравствуйте, я Максим Мадзе, и это игра «Как достать соседа». Напоминаю, любой зритель моего канала может принять участие в конкурсе, который завершится 31 декабря. В конце этого выпуска вам будет задан всего один вопрос, ответ на который вы узнаете, если посмотрите этот выпуск внимательно. Так что не пропустите, ведь... Если вы ответите правильно на вопрос, вам будет присуждаться победа. И чем больше побед после каждого выпуска у вас будет, тем у вас больше шанс будет победить в конкурсе. Итоги конкурса будут 31 декабря. Так что не пропустите. Итак, мы продолжаем. В общем, я сейчас вам объясню, вот чем отличаются вот эти все 4 режима. Стандартные, да, короче, всем понятно. Классические стандартные отличаются тем, что... Следующие вот уровни открываются только вот, когда счетчик злости, вот именно надо на перфект уровне проходить. И одна жизнь у игрока всего. Приплей, короче говоря, открываются уровни, которые мы прошли в классическом или стандартном режиме, но так я не помню, чем, не знаю, чем стандарт там отличается. И невозможный режим, надо строго проходить уровни по порядку. На предыдущий уровень даже вернуться нельзя будет, кстати говоря. И еще... У игрока будет одна жизнь, и если счетчик собьется, даже если просто собьется счетчик, то мы проиграем. Ладно, короче, поехали. У нас начинаются уровни из второй части. Я тут пытался, я тут, короче, запускал, тестировал, как на эмуляторе будет работать. Лагает, к сожалению. Но ничего. Короче, Баффет. Это первый уровень из второй части. Короче говоря, сосед у нас устал от пакостей нашего Вуди. И отправляется на курорт. Но, однако, главный герой его настигает. И тут... В красном костюмчике. К сожалению, уровни второй части на эмуляторе лагают, когда инвентарь забит до отвала. Так, надо, короче, дождаться, пока сосед уйдет отсюда. Он даже... Вот сосед, блин, а. Он даже собаку взял с собой. Вот это да. И кому-то... Да как ему такое только в голову пришло взять с собой собаку на отдых? О, сосед. Короче, надо на цыпочках мимо пса пройти и украсть из этой сумки скрепочку. Она будет применена как отмычка. Так, ну шезлонг, можно в него спрятаться. Так, взламываем замок. Вот такая вот игра из второй части. Здесь она еще более-менее неудобна. Здесь надо стрелками, короче, держать с помощью стрелочек вот эту вот фигню. Так, ложка. Мы не сможем достать. Здесь немного усложнений, мы не можем просто достать спагетти из кастрюли, для этого ложка нужна. А ложка появится только, когда сработает вот эта пакость с подпиленным столиком. Я очень маленькое разрешение поставил, чтобы так сильно не лагало. Так, во-первых, мы делаем, кладем сюда мыло. Во-вторых, подпиливаем, ой, это, открываем. Вот эту, чтобы он улетел, короче, туда, в море. Ха-ха, попытался поплиртовать, да? И по заслугам те. Ольга, женщину эту зовут. Интересная женщина. И, короче говоря, сосед наш сейчас улетит в море. Йоу! Сразу две пакости. Корабль, видимо, еще не плывет. Раз там вот эта вот
мостик вот тут находится. Вот, появилась у нас со стола ложка, и мы ее используем, чтобы... Ольга нам, кстати, зла никакого не приносит, она просто... Что? Пошло нафиг. Все. Короче говоря, вот такая вот хрень выскакивает, когда нагрузка на эмулятор восходит. Так, все, теперь, короче, на шезлонг прыгаем. И смотрим, как он оденет эту прикольную шляпу со спагетти. Вот это суперские волосы у тебя, оказывается, под шляпой. Так, сейчас подлагивать начнем. Ладно, не будем даже смотреть на это, лагает капец, как жутко лагает. Ладно, короче, следующий уровень у нас называется... Сейчас посмотрим как. Субмарина. Давай, когда кстати, все два, он называется как-то, по-моему... Тайное присутствие, он как-то там называется. Короче говоря, круизный лайнер направляется в Китай. Ольга со своим сыном направляется на пляж, а сосед, короче говоря, влюбленный следует за ней, а за соседом следует Вуди, конечно же. Так вот, такой вот Китай у нас интересный. Я, конечно, никогда не был за пределами своей страны, поэтому не спрашивайте меня даже, не, был ли я где-нибудь или нет. Ты чё разревелся-то, а? Короче, надо достать крабика вот этой вот фигней. Если, короче, вот эта вот зеленая хрень до нуля упадет, если я, короче, предмет не смогу держать, то Вуди крикнет, как будто его там крабик куснул или еще что-нибудь. И сосед это услышит, короче, будет нас искать. А если была выполнена пакость какая-то, то счетчик злости собьется. Стоп, сосед к ракетам ходит. Ракеты были в другом эпизоде с водяными лыжами. В ПК-версии, а вот здесь вместо пакости с граблями пакость с ракетами. А в том эпизоде, вот в консольной версии, где водные лыжи, там пакость с граблями. И еще одна интересная вещь. Если вот мы сюда краба положим, и он... И пойдет шкала специальная. Со временем не может пакость стать неактивной. Так что кладем и уходим скорее. Во-вторых, плавник сюда кладем, чтобы сосед испугался, как акулы. Так, во-вторых, связываем ракеты. Блин, я забыл ведро наполнить угрями. Так, выливаем электрические угли в этот пруд и подпиливаем перила моста. Чё, уже думал, что тебе конец? Да нет, еще не конец. Так, короче говоря, можно спрятаться вот сюда.
двойная пакость сработала, и осталась еще пакость с ракетами. Давай, полети вместе с ракетой. Космос поизучаешь. Как он не разбился еще. Титановый сосед какой-то. Так, что ж, вот собственно и все с этим уровнем. Идем к следующему уровню. Уровень, да, уровень следующий достаточно сложный, кстати говоря, будет. Называется он Подиум. Сосед решил отправиться вслед за Ольгой к Великой Китайской Стене. Осложнён тем, что с правой стороны нету лестницы. В отличие от ПК-версии. Так, во-первых, берем перец. Что он там сказал? Короче говоря, пока он в туалете, мы будем... Мы его должны обойти. Пока он чем-то занят делам, мы можем обойти соседа на цыпочках. И причем я не нажимаю никакой shift ни другим стиком. Он сам, короче, идет на цыпочках. Так, короче, пока соберем вещи вроде. Он там занимается своими другими делами, мы будем. Так, надо найти. Вуди у нас тут будет. Гаечный ключ. Так, вроде бы все. Так, измазываем вот этот перца чили. Так, рычаг. Смазываем. Короче говоря, на вот этой фигне, на ракете висят чулки, и они должны следить под, с поток, благодаря потоку воды. Еще одна мини-игра на некоторых укрытиях работает. Надо удержать вот этот мячик. Если он вылетит, то мы вылетим из укрытия. Второй части было легче, там чулки были в сумке Ольги. Здесь они висят на вот этой ракете непонятной. Так, кладем ядро в арбуз. Только как он засунул ядро в арбуз, я понятия не имею. Откуда у него такие карманы, что аж помещается ядро, я тоже понятия не имею. Так, поднимаюсь, мы должны, короче... Сейчас намажет и будет красная жопа. И чулки вон улетели. Так. Сейчас сосед уйдет, и мы эти чулки применим на... Идут на колонки вот эти, чтобы они работали. Тогда такой шум будет, я просто офигею. Чулки применяются вот этой мини-игрой, во второй части никакой мини-игры не надо было. Офигеть. Так,
надо держать, 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 держать. Держи, 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 держи. Давай, давай. Есть. И сейчас будет. Вот это прикольная пака сейчас будет. Блин, вот это реально классно. У меня тут, короче, Твикс есть. В следующий раз, когда в следующем эпизоде пройдем. И запустим Твиксу, будем смотреть над... Будем ржать над соседом. Держись, 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 шарик, держись. Давай. Картина аж на него упала. С портретом МакГифера, как-то там его называют. Наверное, брат соседа. Он очень похож на него. Короче говоря, прошли снова на Perfect. Это очень хорошо. Открывай. Так, сохраняемся. Так, сейчас, секундочку. И сейчас у нас будет уровень, которого в ПК-версии не было. Так, кайт, Ульгас, душ часто заходит, а сосед опять подглядывает. В общем, вот этого эпизода в ПК-версии не было. В нем сосед запускает воздушного змея, смотрит там, что-то там для пожертвований, что-то там нюхает. Руки в воду, какую-то святую опускает, что ли. В общем, новый эпизод совершенно. Так, собираем предметы. Непонятно вот эту льдинку. Или что это такое? Понятия не имею. Так, у нас тут мальчуган будет. Так, вот здесь ракеты надо... Так, щипцами надо гирлянду взять. Так, инвентарь уже лагает. Надо скорее избавляться от предметов. А, стоп. Угря надо достаточно. И тут не в аквариум запихать. С помощью перчаток угря берем. Правда, Вуди ничего толком не делает. Просто стоит. И мы таким образом... Угря достаем. Сосед у нас любит заглядывать туда. Так, кладем угря в аквариум. Сюда ракеты ставим. А сюда гирлянды. Так, вот это подпиливаем дело, чтобы сосед упал и был разоблачен. Сюда ставим капкан. Сосед как прыгнет на капкан. Вот это будет вообще офигенно. Вообще жесть.
Подожди, я, короче, подвожу вот это все дело. Так, ну вот, короче, мы. С этим закончили дело. И сейчас электричество у тебя. Да, тебя тряхануло током, сынок. Так, кушаем. Кушаем твикс и ржем над ним. Ага, спалился сосед, теперь тебе. Давай, прыгай. А, блин. А, блин, как это... Плюхнулся в капкан. Сколько у нас там? Две пакости еще. Аквариум и вот этот, и огонь. Тебя еще раз тряхануло током, сынок. Обожаю твикс. Мой самый любимый батончик шоколадный, это твикс. Следующий эпизод называется «Гонг». Открыт один бонусный уровень. Ладно, ему мы попозже разберемся с ним. Так, чтобы в автомате получить медвежонка, нам надо достать монетку. Покопаться здесь, монетку попытаться достать из люка. Так, бык. А во второй части, в ПК-версии, можно было просто и так достать медвежонка из автомата. Так, миску берем. Наполняем. Так, с помощью палки от зонта удлиняем. Так. А, медвежонка мы не получили. Надо медвежонка сначала взять. Если у нас не получится достать медвежонка, то... Будь у нас крикнет, и еще вот эта вот мигалка сверху на автомате. Будет шум издавать.
какой-то несколько секунд. А, динамит надо у пацана взять. На. Медвежонок тебе больше понравится, чем вот эта хрень. А эту хрень дай сюда мне. Она мне пригодится. О, как он его любит. Доброта, это очень хорошо. Так, ножницами вот это вот ломаем. И сейчас ему больно будет. И бумс! Ха-ха-ха, блин. Она бомбанет у него во рту. Блин. Ну и глаза у него сейчас были. Так, скорее намазываем вазу, потому что она со временем может стать неактивной. Затем подкладываем вот сюда кирпич. Вот так вот, сосед. Надо наполнить миску заново. И это чуть-чуть больше реалистичности прибавляет, потому что... Тут израсходовал один раз. Значит, заново в следующий раз делай эти дела. О нет, сейчас закончится. Нет. Нет, 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 нет. А, не пройдем мы это на перфект. Не успел я. Раньше времени. Ой, долбанулся вообще. Короче, ждем, когда он... Короче, сосед сейчас пойдет к рикше опять. На этот раз он успеет. Не получили мы золотую звезду, к сожалению, потому что я оплошал немного. Water Sky. Сосед всегда следует за Ольгой, короче, и все такое. Великая китайская стена у нас было интересно. Так, сосед у нас снова к Ольге идет. Хочет сыграть в этот пинг-пон. Так, у нас вот здесь мини-игра. Такая вот мини-игра. Да, и может сосед. Так, отдай сюда очки. Нет, отдай очки. Отдай очки. Они нужны мне. У них очень стекла хорошие.
А, господи, я подложил туда динамитную шашку и не поджег ее, блин. Забыл. Привычка забыла. Кто, интересно, может догадаться? Стой! Стой! Блин, я опять напортачил вообще. Ладно. Счетчик злости сбиться не должен пока. Интересно, как он реагирует на грабли. А, просто поднимет все. И йоу! Вот это реально вот офигенно было. Короче говоря, не будем смотреть, как он мучается там. Так, Метуз я забыл взять. Сейчас он, короче, без лыж улетит туда. Короче, не будем смотреть это, потому что я должен успеть подложить Медуз вот в этот, вот в эту непонятную маску. Быстрее, как можно быстрее. Не успею. Не успел, успел. О, вот это дела. Сковородой тебе по башке, вот все. Так, я тебе, короче, помогу проучить соседа, пацан. Так, еще раз кладем эти грабли и накрываем их. А, кусаются очень-очень больно. Ну и рожа у меня была сейчас. Так вот, посмотрим теперь, как он над пацаном издеваться будет. А в итоге поиздевается над самим собой. Пошли в жопу. Что это такое? Короче, да, еще один уровень недостаточно. Так, уже долго записываем. Но я хочу просто пройти вот эти первые уровни из второй части за выпуск, поэтому пройдем еще один уровень. Так, открылись еще уровни. Харпун называется у нас следующий уровень. В ПК версии на этом уровне мамочка соседа была уже, а здесь нет. Пока что здесь ее нет.
И тут еще выясняется, что на лайнере есть кинотеатр. Так, тут без мини-игры клей мы достаем. Но зато мы мини-игрой волосы чувака этого снимаем, потому что он... Это тот чувак, который в гонг стучал. А волосы у него в той жиже непонятной были. Поэтому они легко отлипнут. Так, это реклама вот этого фильма. Жуткого монстра. Ой, он сюда идет. Нам не надо этого. Так, опять он пса сюда привел. Так, сейчас еще одна. Сейчас будет опять мини-игра. Как лагает, это же жесть. Так, жижу из волос вот сюда выливаем, чтобы он тут подскользнулся. И клеем смазываем динамит, чтобы он не смог его, короче, запульнуть и сам себя подорвал. Так, избавляемся от рекламы. Кладем ее в этот, в бинокль, чтоб сосед у нас испугался, когда посмотрел сюда. Блохастый ковер положили на штангу, чтобы сосед начал чесаться и уронил на себя штангу. Не может никак. Во второй части ПК-версии он этим делом не занимался. И в бинокль, кстати, тоже не смотрел во второй части. Блыщ. Лагает очень печально. Бам-бамс. Уже думал, что все мы обречены. Короче, покажи Ольге, как ты какой-то силач. И как ты любишь чесаться. И бумс. Ольга ржет над ним. Блин, вот мысли у соседа появляются, из-за этого игра лагать начинает. Это фигово. Давай, иди быстрее, у меня 40 минут уже прошло. Thank you.
Глент, это очень-очень-очень... Как сказать-то? Отскаки, отскачивай, короче. Вскочил я ему в жопу. Так, и последняя пакость у нас... Вот, вот с этим ведром. Бум! Бумс! Блин, ну это очень больно. Еще один уровень прошли на перфике. Короче, гонку вот этот пройду за кадром. Что ж, мы прошли целых 7 уровней из консольной версии «Как достать соседа». И теперь нам пора переходить к главному. Понятно, надеюсь, что победа в конкурсе ждет только тех, кто внимательно смотрел это видео. И надеюсь, вы выберете правильный вариант ответа на вопрос, который я вам сейчас задам. А вопрос звучит так. В каком из эпизодов в каком из этих эпизодов был игровой автомат? И варианты ответа. Гонг, кайт и элеватор скай. Удачи, друзья! Вы должны написать в комментариях номер правильного варианта ответа. Но не больше 3 участников должно написать. Победы эти будут у вас накапливаться у каждого участника. И 31 декабря у кого будет больше всего побед, тот в конкурсе и побеждает. Удачи, друзья! Я думаю, вам захочется попытать. Счастья! Ну а теперь... Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на запасной канал Блум Мазы, я не настаиваю, конечно, всем пока, с вами был Максим Мазы.